Три рыжевые. Значит, что у нас? Видите? К батарейкам еще подключил лампочку. То есть батарейки заряжаются. Заряжаются, как я показывал. Ток они не тратят. То есть взяли ток и все. И гоняют его туда-сюда. Поэтому выпрямитель. Спрашивали, какой выпрямитель. Так. Выпрямитель вот 4,16 ампера, 12 вольт. 50 ватт максимально. Вот он сюда включен. Вот лампочка. Лампочка вот. Видите, лампочка сматывает, а он нет. Здесь вот маленькая горит. И заряжает, вот видно, цифры. То есть не уходит ток, а зарядка идет. Не уходит на лампочку отсюда. Идет потихоньку зарядка. То есть, если заряжать, он там часа два заряжает. А так получается, вот подключил одну пока. Подключал 6, он нет, не успевает. Вот сейчас одну, потом может две еще попробую. Ну пусть хоть одну. Вот уже видите, да, 8,90 почти. То есть подзаряжается. Счетчик, как видите, работает. А ток не сматывается. Это не потому, что счетчик плохой, а потому что выбрано напряжение так, что оно его уравнивается и гоняет его туда-назад. То есть обратным током. Питается лампочка реактивным током. И идет зарядка, то есть хватает, чтобы заряжать, поднимается потихоньку. И чтобы одну пока проверяем. 6 проверял, 6 не потянуло. По такой схеме. Батарейка, значит, потихоньку, но спадала. А сейчас она заряжается, видно. Тут 90 с чем-то. Вот. То есть до 12 дойдет. Это я на 6 когда ставил. Маленько это снялось. А сейчас поднимается. Будет светить. Сейчас ярче она на 12 вольт-то лампочка. Вот она. 12 вольт. То есть 12 она будет светить ярко-ярко. Как, например, 100-ваттная лампочка. Ну, не 100-ваттная, как 60-ваттная лампочка на галеоне. То есть все видно. Вот. Как видите. Света вполне хватает. От нее. Вполне все видно. То есть будем продолжать сейчас. Значит, мне предъявили, что может взорваться. Тут ничего не взорвется, тут вот, видите, холодное. Холодное. То есть ток она взяла, и он стоит, он просто гоняется от лампочки в эту. Туда-назад, от этой. В батарейке, назад, батарейки, назад. Так как батарейки имеют сопротивление. И этот ток гоняется по этому самому по проводу и происходит зарядка. Вот батарейки тоже холодные. То есть ничего не взорвется, потому что холодные. Я же и говорил, что не обязательно проверять. Если они неисправные, они либо не дают напряжения такого, какого надо, либо греться начинает при зарядке. Никакого нагрева нет, видите. Вот уже почти до 9 доходим. То есть на одну лампочку еще потом проверим на две. Может и на две потянем. Но на одну тянет нормально. То есть освещение уже будет. До этого я показывал в полнакал, а сейчас будет до конца она. Через эту она будет до конца и уже будет не в полнакала гореть, а в полный накал. Все, сейчас все ярче и ярче она горит. Такие новости.
А насчет инерциоида, значит, запустить мощное, пока вот этих батареек мало. Как будут, будем пробовать запускать.